Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня у нас самый первый гайд на канале по тому, как же все-таки скачивать SwendyTubes 3 на Android. И этот видеоролик я делаю потому, что я решил себя попробовать чем-то новым, и вы больше всего проголосовали в голосовании за то, чтобы я сделал этот гайд. В общем, как же все-таки скачать SwendyTubes 3 на Android? Для этого нам надо открыть браузер и, так сказать, зайти на сайт разработчика. Если что, ссылка в описании. Вот нам снизу предлагают три ссылки, и сразу же хочу, так сказать, обратить внимание на один момент. То, что самая первая ссылка, это ссылка на ПК-версию. Поэтому, если вы вдруг, когда скачивали эту игру, выбирали первую ссылку, возможно, по этой причине вы мне и писали, то, что игра не запускалась, ну, в общем, я не знаю. Но, возможно, скорее всего, так. Теперь хочу обратить внимание на третью ссылку, потому что она не у всех работает, поскольку Mediafire не у всех, я думаю, будет запускаться, потому что он у меня сам когда-то вообще не работал. И, ну, я им, по сути, даже не пользовался. Поэтому тут остается только вот эта вторая ссылка. Это у нас Google Диск. И это просто вот наилучшее решение по скачиванию SwendyTubes 3. Если у вас игра не устанавливается или даже после установки не запускается, то это, скорее всего, значит то, что у вас попросту девайс не тянет игру. Вот такой вот получился гайд, хоть и видос получился довольно коротким, но, как говорится, на то это и гайд. Надеюсь, что я все-таки кому-то да помог, и мне, в принципе, больше уже сказать нечего, поэтому я на такой нотке буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.